1 сентября перед главным корпусом Владимирского госуниверситета прошло торжественное мероприятие, в котором принял участие спикер ЗАГС Собрания Владимир Киселев. Ректор вуза Анзор Саралидзе отметил, что это новый осознанный и самостоятельный этап жизни, когда взрослые люди пришли за конкретными знаниями, а задача университета – всячески им в этом помочь. В этом году я подписал приказ, 4296 студентов поступили в наш замечательный вуз. Для информации, 39% из них – студенты из нашего региона, с Владимирской области. 39% – так совпало, студенты из города Владимира. И 22% – студенты из других регионов. Спикер ЗС выразил надежду, что эта молодежь не только выбрала главный вуз Владимирской области для учебы, но также останется у нас в регионе после получения дипломов. Сегодня Владимирская область успешно развивается. Вводятся в эксплуатацию новые предприятия, в том числе и крупные промышленные производства. И, конечно, нашему региону очень нужны молодые, активные, грамотные кадры, грамотные специалисты, которые будут развивать экономику и социальную сферу нашего региона. Особый дефицит кадров область испытывает в сфере здравоохранения и образования. В День знаний во Владимире начал работу первый медицинский вуз области – филиал Приволжского исследовательского медицинского университета. Многие студенты выбирают вуз по принципу преемственности поколений. Мама с папой отучились в ЛГУ на специальности педагогическое образование с двумя профильными подготовки – математика и информатика. Мы решили по их стопам тоже поступить на математику и информатику в ЛГУ. И потом, наверное, пойдем работать в школу. Или, может быть, присоединимся к вожатству, в лагерь поедем работать. Владимир Киселев в своем напутствии первокурсникам пожелал не только успехов в учебе, но и многогранной студенческой жизни. Мне хочется от всей души пожелать вам успешной учебы, пожелать отличных, хороших оценок. Конечно же, очень важно, чтобы вы жили интересной, насыщенной студенческой жизнью. Ну и, наверное, главное, чтобы вот годы обучения в вузе, они, поверьте, пролетят очень быстро. Вот эти годы навсегда теплом сохранились в ваших сердцах. В ЛГУ предлагает множество видов активности за пределами аудиторий. Фестивали, конкурсы, концерты, соревнования, встречи и поездки.